Привет, дорогие друзья! Вы на канале Колдун Блог, с вами Катера в танке. И сегодня мы с вами разберем, как в стратегии РТС, стратегии реального времени Act of Aggression сделать так, чтобы победить соперника за кратчайшее время с минимумом затрат, минимумом потерь. Вот, это все работает на... хорошо работает на малый уровень сложности, мы даже не будем рассчитывать и брать, так сказать, во внимание. Но на среднем уровне сложности вполне себе уверенно это делается, и даже на высоком уровне сложности это можно делать. Вот, ну так как это у нас в основном для начинающих игроков, мы попробуем на среднем уровне сложности. Вот, выбираем карту Battle Site Zero. Это одна из первых карт. Вот для игры 2 на 2 существует порядка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 8 или 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 карт. Вот. Остальные 4 на 4, вот несколько штук, 5, да, примерно. И еще 6 на 6. Есть 3 штуки и 8 на 8, 3 штуки. Ну, в общем-то, в других случаях 4 на 4 это вам надо ставить себе союзника, например, вот так вот. Сейчас поставим 4 на 4, да, вот. И можете поставить себе союзника, выбрать и так далее. Но это уже будет гайд в следующем видео. Вот, поэтому мы сейчас не будем сильно это все разбирать. В общем, мы поставили, запускаем. Так, и вот тут главное на старте не терять время. И все делать согласно сценарию. Фракция у нас Химера. Вот мы сразу рефинери кидаем. Это все быстренько разведываем. Вот. Даем приказы. Вот по возможности как можно быстрее. Так. У нас хорошо, что еще... Это очень, очень, можно сказать, удачно, когда рядом еще один рефинери можно поставить. Вот, это очень круто, потому что тогда вашим машинкам, вот этим сборочным, не придется ездить очень далеко. Следовательно, быстрее будет довозиться до базы этот ресурс. Вот, и все. Так, смотрите, быстро делаем еще один сборщик. Вот, и, значит, апгрейд на дополнительный экстрактор в обязательном порядке. Так, сюда загоняем самых дешевых пехотинцев. Ну, вообще, у Химеры характерно то, что у них вся пехота дорогая и очень качественная. То есть, у них базовый солдат стоит 200 единиц. Ну, вот, и он довольно сильный. Плюс у нее еще там апгрейд будет на усиление. Там специальная подготовка. Он будет атаковать мощнее пехоту и сможет стрелять на ходу. Вот, строим еще одну рефинери. Смотрите, у нас как раз ресурсов хватает. Вот. Но пока он доедет сюда, строитель, да, строительный вот этот вот грузовичок, экскаватор, или как его правильно назвать, мы еще делаем один сборочник вот сюда. В принципе, этих денег хватает для того, чтобы заполнять вот эту банковскую структуру пехотинцами. Это тоже будет приносить доход. Вот, конечно, это затраты на старте, но сейчас это все начнет окупаться. Вот, больше ничего мы пока не делаем. Не строим никаких рефинери на алюминий. Вот, только вот нефтедоллары. И здесь тоже делаем раз-два. Пока они тут дистанция дольше, они ехать будут медленнее. Вот, поэтому чуть позже мы экстракторы исследуем. Вот, вот такая у нас получилась история. Да, видим. Все. Вот экстрактор у нас на 1000. Все, он достроился. Делаем еще апгрейд. Вот. И можем еще успеть сделать. Значит, можем успеть сделать еще один барак. Вот это тоже важно. Скорость постройки юнитов. Вот, делаем барак. Все, здесь все исследовалось. Быстренько начинаем делать, значит, снайперов. Они строятся очень медленно.
Очень медленно. Вот. И они нам важны для уничтожения техники. Так. Построили мы второй барак. Теперь у нас уже, смотрите, сколько идет грузовичков, которые возят эти, значит, ресурсы. Ну, тут такой у них вид интересный. Ну, в общем, это нефтедоллары. Так, и вот у нас 2300 уже есть, да? Тут, конечно, у нас неудобно со строительством будет, но другого выхода нету. Закладываем вот этот завод легкой техники. Называется Spear Vehicle Buy. Вот. Он нам крайне важен, без него вообще никуда. Так, все, пошла постройка. Мы здесь тоже делаем двух снайперов. Это дольше всего делаются эти юниты. Вот, сейчас построится этот заводик. Вот. Приток ресурсов, как видите, у нас стабильный. Мы ни на что не обращаем внимания, мы вот даже не троим этот банк. Он нам не нужен абсолютно. Вот. Главное, что мы не в минусах. Смотрите, у нас не замедляется строительство. Вот сейчас мы делаем быстро два вот этих вот БМП, Пума. Правообраз немецких БМП. Они довольно быстрые, могут перевозить до 4 человек, что для нас крайне важно. Строим еще двух филинов. Это автоматчики. Здесь тоже. Так. Вот сейчас он достроится. Мы не спешим. Так, вводим сюда и делаем апгрейд на Passenger Accommodation, то есть на модуль, который позволит, значит, размещать в этом БМП пехоту. Вот. Так, сейчас исследуется. У нас по-прежнему все достаточно неплохо. Достаточно неплохо. Теперь нам надо алюминий для того, чтобы прокачать снайперов и так далее. Вот снайперам надо вот этот depleted rounds, depleted uranium shells. Патроны из не shells, а rounds. В общем, патроны забедненного урана особо мощные. Вот мы посадили два этих БМПшника. И теперь очень быстро едем сюда. Вот. Так, мы не все тут исследовали, этим разведчикам ресурса вот еще его отправляем, пусть покатается. Значит, чтобы еще сразу строим, вот. Так, здесь пока просто три строим этих грузовичка. Вот. И также доделаем еще пехоту. Все, эти поехали. Этот на разведку. Вот они два погнали. Так. Этих сюда. Мы не торопимся. Мы не торопимся. Вот мы уже подъезжаем к ключевому пункту. То есть довольно быстрая машина. Так, еще один готов. Этот сюда. Так, этот строится. Этих два здесь. Все, у нас, смотрите, уже 300 этого алюминия. 600. Вот, сейчас мы уже исследуем эти патроны. Так, это сюда. Это сюда. Все, мы доехали. Теперь, внимание. Подъезжаем вот сюда. Вот сюда подъезжаем. Следующий за ним. Сюда, так. Выгружаем. Вот сюда пехоту. Так, и теперь вот сюда заезжаем. Здесь у него, как видите, еще даже нету ракетчиков. Он их почему-то не построил, потому что это легкий уровень сложности. Так, ну здесь вот проблемы мы видим, да? То есть мы не можем сейчас высадить. Все, отходим. Хорошо. Значит, нам надо больше здесь юнитов. Вот мы рассаживаем их в здание, чтобы они смогли сдержать эту волну. Так, быстренько делаем, значит, prison модуль. Он будет лечить у нас войска. И подтягиваем следующую партию пехоты. Все, как видите, вот они сидят. Они как-то еще более-менее справляются. Вот, надо отсюда снайпера вывести. Так, и вот по возможности. Вот они отстрелятся, видите, да? Вот у нас тут появляется возможность такая. Так, отходим, отходим. Отлично.
приехали. Так, поврежденные отводим сюда, они нам не нужны уже. Ага, не успел отъехать, но ничего. Так, и вот у нас, смотрите, сколько уже ресурсов. Даже мы немножко завтыкались тут. Так, быстренько делаем еще больше пехотинцев этих. И этих очень много делаем. Так, теперь у нас здесь будет лечение. Смотрите. Так, раз. И подлечим наши войска. Все. Так, где там у нас вторая партия? Вот она. В принципе, мы можем даже перекрывать здесь им подъезды. Вот, например, можем здесь выход перекрыть им, да? Пока вот здесь все хорошо. Вроде бы. Ну как хорошо? Тут не очень все хорошо, потому что бьет по ним вот эта турелька. А вот. Это не очень хорошо. Так, и вот мы сюда подходим. Да, кстати, удалось, видите, все-таки снайперам удалось выбить создание этих красавцев. Так, сейчас мы попробуем занять все эти. Так, и вот эту турель нам надо убрать. Но сейчас ее, в принципе, уже мы вместе тут совместными усилиями разберем. Так. Так, хорошо. А, у нас еще даже избыток ресурсов. Вот, делаем сюда поближе. Это раз. Так. Распределяем. Все, значит, есть у нас теперь очень хороший запас юнитов. Вот. Так, и этот сюда. Так, что у нас тут за ситуация? Ситуация у нас простая. Вот смотрите. Мы уже, в принципе, здесь, можно сказать, доминируем, да? То есть мы им перекрыли все подходы. Так, ну не все, а большую часть. Так. Тех, наверное, двух мы отсюда высадим. Отправим сюда. А этот у нас пойдет сюда. Так, здесь мы тоже перекрыли немножко. Теперь, значит, все, что тут осталось еще. Так, так. Вот, переходим. Следующее исследование. Так, 3200-3300. Рановато. Значит, мы тогда делаем, значит, на всякий случай вертолеты, потому что нам надо там будет контролировать его рефинери, если он их где-то раскинет по сторонам. Это раз. А тем временем еще делаем вот еще один на алюминий. Он нам сейчас пригодится. Так. Все, значит, отлично. Так, и вот еще у нас, пожалуйста, еще пленные. Пленные приносят доход. Вот мы сейчас захватываем, смотрите, раз. Сейчас вот здесь появится. Плюс один. Бабах. Так, где он? Или он его уже захватил? А пока мы перелистывали, он уже его захватил. Так, все, понятно, да? Так. Вот мы перебили ему один рефинери. Вот. Можно сейчас поехать, рискнуть, пусть даже эту технику уничтожат. Мы разведаем, где у него остальные. Здесь делаем штучки 4 вертолетов. Еще одну пуму. Вот. Да, вот они прошли. Да, рискованно, рискованно, но может кто-то успеет доехать даже. Нам главное разведать. Для нас не важно, значит, что там будет, какой урон будет нанесен. Для нас главное, чтобы он разведал. Так, куда-то его отправил, не туда. А, понятно, из-за того, что ему попался на пути, значит, этот ему попался на пути этот строительный грузовичок, он этот поменял траекторию своего движения. Так. И вот по возможности старайтесь ловить вот этих вот пленных. Так, ну в принципе мы уже сейчас можем у них уничтожать. Сейчас, так, вертолеты. Достроился, достроился, нет? Достроился, вот еще один. Так, вертолеты. Быстро станцию. А, вот мы быстро не поставим, вот исследуем сейчас уже следующий уровень. Так, хорошо, смотрите. Вот мы доехали. Сейчас мы уничтожаем, значит, этот дот. Тот для нас очень важен. Мы его очень уважаем. Выкидываем пехоту. И все. В общем-то. Можем еще вот такую штуку исследовать.
это захват. Вот, отставить, сюда, вот, сейчас. Ну, то есть видите, да, что происходит? Фактически так. И вот захватываем, например, рефинери. Исследование это прошло. Вот. Бах. Разворачиваем юниты. Все, если их повредили, мы их просто лечим вот так. Вот, смотрите, рефинери сейчас будет захвачен. Так, не надо бить по алюминию. Алюминий нам нужен. Так, ты что у нас? Да не бей ты по алюминию, отключаем огонь ему. Так, вот две очень важные штуки. Раз, захватываем. И, так, а этих ребят, этих быстренько распихиваем по машинам. Зажимаем Shift, правую кнопку мыши распихиваем по машинам. Так, разводим сюда. Вот еще одна машина. Нам важно вот это тоже захватить. Сейчас мы выкинем автомачка. Вот он тоже захватывает. Ну, смотрите, мы получили еще алюминий. Вот здесь даже можем собирать его. Ну, в общем, смехотворная уже история получается. Мы можем даже отправить сюда свой строительный этот грузовичок. Так, я не понял, этих что два бегут отдельно? Что я немножко не то, наверное, команду какую-то дал. Надо разобраться. Так. Все, вот видите, склад захватили. Вот тут же сразу собираем на его территорию алюминий. Ну, в общем, это победа. Вот. Сейчас мы еще тут ремонтника поставим. Так, высаживаем этого. Снайпера пусть воюет. А автоматчик пусть захватывает. Все. Все просто. Так, и можем захватить его базу тем временем. Ее защищать особо некому. Точнее, сейчас там могут подъехать вот этот вот джип. Но он даже ничего не делает. Так. Смотрите. Почти захватывает базу. Все, теперь уже у нас вражеская база в распоряжении. В общем, полный порядок. Полнейший. Вот, мы еще ремонтника здесь построили. Все, дальше мы можем особо ничего не делать. Вот, просто вообще особо ничего не делать. Вот, мы сейчас можем просто поприкалываться. Вот так, берем еще пехотинца. Вот, пусть он здесь захватывает склад. Так, где тут у нас еще автомачки? Тут только стрелки. Ну, вот. В общем, вот так вот мы можем подъехать. Захватить еще один склад. Подводим пехотинцев. В принципе, нам больше ничего здесь и не надо. Вот. Сейчас мы сделаем вот так. Вот. И захватим один из его складов. Пока под шумок тут. Так. Не забываем лечить пехоту. Ну, сколько пленных сразу, да? Вот, сейчас захватываем этот склад. Потом захватываем еще один склад. Так, не стрелять, не стрелять, не стрелять, не стрелять. Так, вот этот пусть стреляет. Все. Все, еще один склад у нас. Захватываем еще один склад. В общем, такая бескровная победа получается. Так, вот, все. Следим за тем, чтобы грузовик атаковал только важные цели, типа вот этого снайпера. Все, и отводим сюда. И еще один склад захватили. Все, полный порядок. В общем, можно сказать, что это уже победа. Вот. Так, здесь мы погружаем автоматчиков. На всякий случай, чтобы они здесь вот пехоту помогали валить. Так. Хороший наносит урон. Так, и в общем такая история. Этот рефинери мы добьем сейчас. Еще один ремонтник.
Интересно, что вы не можете захватывать, например, электростанции вот эти солнечные. Вот, все, добили мы эту рефинери. Все. Так. Теперь, значит, подъезжаем сюда. Значит, пехотинец пусть захватывает еще пленных. Больше уже тут ничего делать. Ресурсов у него практически не осталось. Вот у него еще есть много-много всяких на этих ресурсных точек. Он очень быстро, кстати, построился. Но вся проблема в том, что у него последнее вот это боевое здание. Это вот этот барак. Все, мы его уничтожаем. И все. 18 минут. В принципе, можно было и за 15 сделать. Вот такая вот быстрая победа. Очень эффективно. Главное действовать очень быстро и не зевать. Некоторые вещи надо вообще не обращать внимания. Построили там главное управление войсками. Первое время главная экономика, потом управление войсками. Вот один минус, что вы получаете за такие короткие бои в два раза меньше примерно очков. То есть за длинный бой там где-то около часа вы получаете 120 очков. Примерно там в районе этого. Вот. А за короткие вот 60 очков. Но если посчитать, что можно вложиться 15-16 минут, то в общем все равно в сумме будет больше. Вы где-то примерно за это же время, за час заработаете где-то 240 очков, да, вместо там 120-130, если у вас длинный тяжелый бой. Вот, вот такая история получается, видите, то есть довольно просто. Вот такая вот тактика быстрой победы на карте Battleside Zero. Вот, на, там разные карты, на разных картах разная тактика. Сейчас вот еще раз покажу, чтобы было понятно. Вот это первая карта Battleside Zero, вот на ней тактика за Химеру, вот Химеру. Вот такая, там за США она чуть-чуть другая, за картель тоже немножко другая. Вот там, ну немножко они сильно отличаются, фракции все-таки во многом различаются, поэтому и тактики различаются. Вот, ну там несколько есть таких тактик быстрой победы. Вот это одна из них. Именно за Химеру против США, против среднего противника. Против высокого будет сложнее, конечно. Будет сложнее. Против очень высокого крайне сложно, крайне редко удается вот такое проворачивать. Он, как правило, очень хорошо готов к таким нападениям. Вот, то есть вот такой блицкриг у нас получился. Вот, и мы тут за 18 минут вложились. Можно было и быстрее. Можно было за 15-16 минут это все сделать. Вот, то есть поняли, да, строите, соответственно, эти БМП Пума, садите туда пехоту, захватываете ближайшее здание к его базе, особенно банк, и потом постепенно продвигаетесь вперед, уничтожаете некоторые здания, потом некоторые захватываете, да, вот, зависит от того, как они там будут расположены, какое ближе, какое важнее. Вот, все, и так постепенно добираетесь до базы, можете ее уничтожить, можете ее захватить по-разному, вот. Если много прикрытия, то, конечно, захватить будет сложно. Если нет, то проще захватить. А если прикрытия много, то проще, наверное, уничтожить с дистанции огнем. Вот такая история. Если понравилась такая тактика, вот было интересно, ставим лайк. Вот, оставляем комментарий. И до новых встреч, пока.